Бел колетяга, блин. Слева под склон спускается. Ага, я видел. Ох, тетя оптика-то здесь огромная, кажется, стоит. Да, ну это снайпа явно поприятнее, конечно, чем дефолтная. А вот оптику надо кратность поменьше. Слева у нас много, сзади спина портит у тебя. На А2 смотреть, склон бегает. Ага. Валет. Там роботы у них. Я так и не понял прикол, почему тут два магазина на этой снайперке. Открывай. Ну вот на второй, который открывается. Патрон она хавает, конечно. Будь здоров, прям. Упори слева. Скорость полета у нее лучше. Сразу видно. Вверх снайпер сидит, я убью. Как-то вообще ни о чем. Я ничего сделать не мог. Представьте себе дуэль происходит. Да где этот? Пошел нахер отсюда лету. Я там уже не простою, я не знаю. Не-не-не, там... Там 50-ки сторон... Там нужен автомат и контролить у них зипку. Хотя он там наши вроде перепривалили туда всей толпой. Кому ты стреляешь, чел, угомонись. А, граната! Когда на этой стене лежишь, не прорисовывается карта. Там на С2 они как эти стоят. Да-да-да-да-да. Под... Танк бы еще не побежал. Не-не-не, танк, давай. Там снайпера вот, просто в поле лежат. Да, я чего говорю, щелка какие-то, да. Какие эти, валян. Вертуха идет. О, видишь, кто отдыхает. Видишь, ты че отдыхаешь? Снайпер. Устав. Наелся и спит? Разрисовываются там всей толпой просто. А, блин, мне два патрона осталось. Шибись. Здесь патрики есть. Рюмка стоит на мне. Битлак? Ай-яй-яй-яй! Нет! Убил так меня. Бля, ведь я тут не понять, наверное, будет.
Да что там, какие-то кусты непростреливаемые, что ли? Все, один патрон остался, бля. Они себе заказали бэху на крышу, но она у них с крыши упала, и я ее угнал. Уезжай, Артем. Ты стоишь, дамаг столько идет. А давно эта хрень пробивает танк настолько, я просто не знал. Бля, у них бэха ей по краю карты, где вот только что были. Много-то там, ребятишки. Где хоть? С другой точки идут. Не с небоскреба, а с другой. Вот на берег, берегом. Уйди, уйди от меня, болт долбаный. Не регнуло ровным, типа выстрелы снайпер не регнул. Я тут бесплатную подушку привезли, никто не хочет покататься. А что за стая вертолетов, улетающая вдаль, вы видели такое? Холодно стало, зима наступила. Вот и да. Поспрай отсюда, посмотри, может быть, увидишь. Ой-ой-ой-ой-ой, хороший заход был. Надо пережить, главное.
заколебали. У них там 20 зенитчиков просто сидит, бля. Народу. Там калош катается, как бы. Взялся, чел. Нет, чел, запарил ты сидеть там. Ой, там много челов. Стреляет походу со сука своей. Да, 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 это он. Господи, понял, где он? Понял, понял, что заметку. Вот этот кран. О, слева контейнеры тоже есть. Молодец. Уже забагалось, не берется ничего, бля. Да ёпты, ну возьмись пистолет, ну. Это до смерти не будет так. Здорово. Приходится от бедра со снайперки стрелять, капец. Вид, у тебя в камнях перед тобой. Все, дыму. Да, да, я убил. А, у меня оружие забаговалось. И бегает за мной вокруг этой бочки. Потому что у меня оружие забаговалось, тут стреляет. Заклинило, что Тарк не играл. Так он у меня вообще не грант кидает, не дрон убивает, вообще не играет. Это клин не отловил. Мозг заклинило, значит. В этой игры. У тебя посттравматический синдром и все. Руки отказывают. Но. Где он бит?
Вот не вижу, куста где-то. Все реалистично. Помал рейнджера? А мне не регает за пулемет вообще. Я не мог, я в рейнджера стреляю, не регает. Еще одного сломал. Скажи спасибо союзному танку, как говорится, который меня просто подбил. Бля, сейчас в тачку сядут, спиной стоит, ничего не могу сделать. А, ящик не юзается, понял. Патрона осталось. Пошел умирать. Ты не можешь взять технику, чтобы хотя бы как-то на самом трупе сидели? Ты не можешь взять технику, потому что они вот все заняли. Там еще два было. Еще. Ой, хорошо. Еще. Леша и Танос тупо зажимает, короче. Беха едет, я выскачиваю. О, танк.